Заходит мужичок в морг и видит такую картину. Возле входа на кушетках лежат три трупа. И все втроем прям в лицо улыбаются, прям полный рот. Такой, эх! Ну, он послал гранату, он подходит, говорит, слушай, у тебя здесь морг или цирк, я что-то не пойму. Че они у тебя вот такие веселые-то? Слишком жизнерадостные для покойников. Он говорит, так это первый в казино пришел, в дым проигрался, занял на последние, блин, купил жетон, забросил в однорукого бандита, выиграл $1 000 000, ему вынесли, он и от счастья охочурился. Да, а второй, говорит, это бабу свою, ну, жену, уламывал, долго уламывал заняться любовью в другой позе. Ну вот, уломал через 30 лет. И, значит, на пике удовольствия инфаркт, вот, тоже вот прилег. Ага. А третий, говорит, а третьего молния пизданула. Он говорит, а что это? А он думал, что фотографируют.